И в продолжении темы. В прямом эфире в социальной сети руководитель регионального Роспотребнадзора Джангир Санжиев рассказал о динамике заболеваемости COVID-19 за последние два месяца. Одна из причин постепенного роста – переезды студентов и жителей Калмыкии, работающих в больших городах. Факторы массовой вакцинации, по мнению Санжиева, сыграют значительную роль в снижении заболеваемости среди населения Калмыкии. Ученые подсчитали, что вакцинация уменьшает шанс заболеть коронавирусной инфекцией в 300 раз. Это связано с локализацией, размножением вируса короны верхних дыхательных путей. И именно вот этот ранний иммунный ответ у вакцинированных способствует тому, что вирус не размножается в таких количествах, как у невакцинированного человека. По сообщению министра здравоохранения Калмыкии Юрия Кикенова, на сегодняшний день привито 30% населения региона. В основном это жители старше 60 лет. Среди других субъектов России Калмыкия находится на четвертом месте по показателю привитых граждан, находящихся в зоне риска. Также профильный министр призвал жителей республики не игнорировать масочный режим и вакцинацию. Мы готовы, мы готовимся и будем продолжать готовиться к любому развитию сюжета. Но тем не менее, уважаемые земляки, дальше этот сценарий пишете вы. Как это пойдет? Уже даже не мы. Поэтому всех призываю привиться. И я привит, мои близкие привиты. И поверьте мне, через месяцев 6-8 после прививки я и мои близкие сделают повторные прививки, потому что я в этом убежден, и я убедил их в том, что без этого нормальной жизни просто не может быть.